значит, перед сном, пожалуйста, так как очень много идет именно влияние на нас во сне, да, вот. А что я еще хотела сказать? Кто-то не может, я сплю, например, с двадцаткой, да, кто-то не может спать с двадцаткой, я вот недавно узнала. Что я хочу сказать? Тот, кто не может спать с двадцатым корректором. Ребят, прокачайтесь до 2 часов. То есть 20-й корректор на голове 20-30 минут, на седьмую чакру до часа. И по каждой чакре снизу вверх по 10-15-20 минут по переднему аспекту. Потому что если вы не можете с двадцаткой спать, значит, вам не дают это сделать сущности. Вот, то есть вы не прокачанный человек. Вот, прокачайтесь, и все будет нормально. Значит, нужно перед сном заявлять в пространство. Это по Рогожкину. Значит, что вы говорите? Мои воля и разум неприкосновенны наяву, во сне и в моих измененных состояниях. То есть всегда и везде. Я запрещаю оказывать на меня любое деструктивное воздействие и скачивать мой энергетический потенциал. Вот эти слова очень хорошо работают перед сном. Те, кто встают с тяжелой головой, те, кто не могут долго уснуть, у кого бессонница, потому что очень много жалоб по этой теме.